Всем добрый день, дорогие друзья! У нас сегодня с вами на канале Распаковка. Съездил за одной орхидейкой, куплена с рук. Интересная орхидея, на фотографиях мне очень она понравилась. И давайте же побыстрее посмотрим, что это за орхидея. Быстренько, да? Ездил, конечно, далековато, но все же стоило. Потому что у меня в коллекции ни одного представителя этого рода, к сожалению, нет. Поэтому мне было очень интересно посмотреть, что и где это и как. Так вот, томить вас не буду. Это талумния. Талумния красного такого оттенка. Сейчас она находится в цвету. И вот мне очень хочется посмотреть, что же там мы с вами сейчас обнаружим. Потому что мне ее передали уже вот так. Фотографии самого растения я, конечно же, видел, но все же. Вдруг что-то такое, да, будет очень интересно посмотреть все-таки, что же там у нас скрывается. Тем более, захотел сделать вот такой вот видеообзорчик вам. Надеюсь, что вам это тоже будет интересно так же, как и мне. И посмотреть, что же у нас там. Какого качества у нас растение, в каком состоянии и так далее. Сейчас, когда мы увидим его состояние, уже будем думать, что с ним делать. Стоит ли его пересаживать, нужно ли вообще это делать и так далее. Но по фотографии вроде бы как бы пересаживать его не стоит. Давайте же посмотрим на эту розеточку, не такую вот небольшую. Но для цветения талумнии вообще-то нужно делать просушки все-таки. Вот ее, вот такое вот название, такая бирочка. Талумния пачара. Видно, да? Пачара. Пачера. Вот. Что тут еще у нас имеется? Тут у нас посадочка. Немножечко керамзита, кора и мох. Сама талумния сидит вот в таком вот маленьком горшочке, да. Но единственное, что да, все-таки мне кажется, ее стоит все-таки присадить, да, сделать такую посадочку из крупненькой коры, чтобы ее корешки немножко просыхали. Она у меня не холодная, все хорошо доехала. Такие толстые листья, посмотрите, прям толстые-толстые. И давайте же сначала я понюхаю аромат. Нет, вы знаете, аромата я не чувствую сейчас. И давайте, наконец-то же, посмотрим на всю красоту этого цветка. Как будто бы это платьице каких-то кукол. Да? Прям шикарно. С такой вот немножечко крапинкой на окантовочке цветка. Но, с другой стороны, вот тут красивый цветок. Давайте же посмотрим на него здесь теперь. Ой, руки трясутся, просто коробки нес тяжелые, поэтому простите. Ну, красота... Ну, красота. Вот здесь, конечно, он уже отцвел, да, мы видим. Но сами цветки очень красивые. Вот в таком вот она состоянии. Тут у нас есть одна взрослая розеточка. И вот здесь у нее деточка выросла, вот, которая она цветет как раз. Вот такая вот корневая система. Корневая система вроде бы как бы подсохла. Но посадим ее в мелкую кору. На дно обязательно сделаем мох. Вот, сейчас ее тревожить я не особо-то хочу, имею желание ее пока что поставить, чтобы она постояла, пришла в себя после такой транспортировки. Да, транспортировка все-таки у нас была достаточно жесткая, долго ехали. Вот, правда на такси, но все же. Вот такая вот красотуля займет свое почетное место в моей коллекции. Вот, вот такое вот чудесное растение. Ну вот так вот по кругу, да, если смотреть корней, я не сильно вижу. Корней как таковых нет. Но вот там к чему-то она приросла. Скорее всего, за этой этикеточкой не видно. Но потому что, когда я ее потрогала из горшка, да, вот из этого, прямо как будто бы она там застряла зачем-то. Поэтому, скорее всего, корневая да проросла. Но на этом у нас еще сегодня не все. Давайте мы посмотрим на растения, какие у меня сейчас имеются в цвету. Немножечко хочу с вами сегодня поговорить еще про закрытую систему. Что она из себя представляет, да? Уже много раз кто-то об этом рассказывал, но все же именно мой опыт закрытых систем. Орхидейка это недорогая, обычная гибридная какая-то орхидея. Покупалась по обстоятельствам, что я подумал, что это мукола. На фотографии некачественно сделанной я увидел цветок и подумал, что это мукола. Я очень давно ищу по всей Москве орхидею мукола. Но, к сожалению, вот еще нигде ее не смог найти так до сих пор. Так вот, пришла она, конечно, в состоянии в таком хорошо заброшенном, но хозяйка ее очень сильно любила. Вот, само растение было достаточно крупным, вот с такой вот старой корневой системой мы видим, да. Я решил ее посадить в закрытую систему в чистый керамзит с легким добавлением, немножечко добавил крупной коры.
корни у меня на половину самого вот этого вот объема, не более того. Корешки новые какие-то она начала чуть-чуть затрачивать, но мы с вами видим, да, также ее акклиматизация в этом горшке, да, вот в этой емкости. Акклиматизация происходит таким образом, что, видите, да, некоторые корешочки у нас немножечко начали пропадать. Но это ничего страшного, потому что растение акклиматизируется, приспособляется корни к закрытой системе. Вот таким вот образом, да, вот этот вот страшный, тоже страшный корень. Вот, она у меня стоит всегда на дне, вот так вот водичка, всегда. Что она сделала? Давайте же по порядочку. Конечно, сложно будет по порядку вам рассказать, но постараюсь рассказать по порядку. Видите, да, цветонос вот здесь. Она процвела у меня, закончила цветение, пробудила почку. Дальше началось что-то невообразимое. Она начала постоянно доращивать этот цветонос. И вы видите, да, уже до какого состояния он дорос. Цветочки у нее с легкой мутацией. Видите, да, пигментация у нее вот такая неровная. Очень была похожа на орхидею мукола. Плюс еще легкий такой сизый краб. Вот видите, да? Вот таким вот образом краб, чтобы вам было видно. Вот, крапинки есть. Ну, естественно, да, у муколы крапинки белые на темном, и здесь то же самое было. И причем на фотографии показалось, как будто бы это вот 100% это мукола. Когда уже приехал курьер ко мне домой с этим растением, к сожалению, оказалось, что это не она. Вот, но я не расстроился, и я ее пересадил в закрытую систему. Это, наверное, месяца 2-3, да, вот и только сейчас она начала вот так вот как бы сбрасывать немножко корневую систему. До этого все было хорошо, но что я сделаю? Что я сделаю с ней для того, чтобы вот это вот прекратить? Во-первых, обработаю все раствором Привикура. Сделаю, опять же, раствор 1,5 мл на литр воды и залью всю эту емкость. Постоит она у меня минут 20-30. Потом я этот раствор солью, оставив на дне чуть-чуть. Вот так вот, да, опять же, 1,5-2 см, не больше. Просто вот эта вот очень высокая такая емкость мне очень понравилась. Вот я сейчас сижу, и орхидею, которую я покупал на выставке, Микки Голден Сан, она ароматит на всю квартиру. Вот настолько она сильная. Парфюмерная фабрика бабочкой, она даже не пахнет. Микки Голден Сан пахнет на все. Еще раз повторяю, эту орхидею я купил у Елены Грин на выставке. Если будет интересно, ее контакты, в принципе, можете в комментарии написать. Я брал у нее визитку и видео. Там тоже эта визитка есть. Потому что я люблю говорить всю правду. Потому что если растение хорошее, значит оно хорошее. Если растение какое-то такое себе, я да не буду говорить про продавца и не буду рекомендовать этого продавца. Здесь растение в шикарном состоянии, цветет и ароматит на всю квартиру. Давайте я вам его покажу. Вот такая вот красавица. Ну просто чудесная орхидея. Помимо того, что она максимально красивая, так она еще и пахнет очень вкусно. Очень вкусно. Но, может быть, и кому-то будет навязчиво. Мне очень нравится, как ароматизатор для квартиры, идеально. Вот с такими вот защипчиками на концах остренькими лепестков. Ну, вообще чудесно. Очень нравится это растение. С учетом того, что вот эта доставка, точнее, не доставка, а то, что я ездил на выставку, да, туда-сюда пока прокатался, достаточно долго, они минут 25 были на улице. Конечно, в утеплении, но все же. Вот этот путь, естественно, мы засушили парочку бутонов. Видите, да? Вот здесь вот засушенный у нас бутончик. Вот здесь вот прям. Видно его. Но! И вот, да, вот на этом вот цветоносике тоже видно. Засушено. Но я вообще этому не придаю значения, потому что мне важно было само растение. Даже если оно не цвело бы, я бы все равно его купил. Причем цена была его смешная. Да, тем более вот такая мутация на губе. Видите, да? Просто, ну, вот эти вот крылышки на губе. Это вообще что-то с чем-то. Вот такие вот крылышки. Такая вот губа у нас интересная. Ой, колонка, все, уже заговорился. Колонка вот такая вот интересная. Вот с такой вот мутацией крылышек. Вообще, вот на этом цветке еще интереснее. Она выглядит сбоку. Видите, да? Вот сбоку прям крылышко такое. Очень красиво, очень интересно. Я говорю, ну ароматит она очень сильно. И ароматит она только днем. К вечеру она аромат прекращает свой. И ночью она не пахнет. И ранним утром она не пахнет тоже. Вот где-то она начинает ароматить с часов 11. Вот тогда она полностью начинает показывать всю свою прелесть и всю свою красоту. И еще, для тех, кто не знает, в группе по продаже растений я сегодня выложу полностью список, я съездил за поставкой. Огромное количество растений будет в группе по продаже растений.
Эта группа находится у нас в Телеграм. Заходите, подписывайтесь, вдруг что-то понадобится. И орхидеи, и обычные растения, наши комнатные. Огромный выбор ассортимента. Сегодня выложу максимально красивые растения. Поэтому спасибо большое за просмотр, что были со мной на сегодняшней распаковке. Вот такой замечательной талумнии. Да. Если по вопросам по уходу, буду снимать про нее отдельное видео, когда буду пересаживать. Сейчас просто вот такая вот небольшая распаковочка. Так вот, спасибо большое, что досмотрели видео до конца. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Вас ждет здесь очень много всего интересного. Рад был всем показать свое растение новое. И спасибо, что вы есть со мной. Всем хорошего дня и до скорых встреч.